Профессионал. Профессионал с очень большой буквы «П» в прямом эфире «Фонтанка Офис». Наш коллега Денис Коротков. Денис, приветствуем. Добрый день. Ну что? Выборы в формате «Карусель Гоу». Как там пел Олег Гитаркин, прокатимся на адской карусели. Как это было? С чего все начиналось? И чем эта история закончилась вот на данный момент 14.12, следующий день после... Ну, мне-то, конечно, хотелось бы верить, что эта история еще не закончилась. Но не исключено, что все будет, как у нас всегда, с громкими историями, да? Большой бабах на выходе. Кто-то не знает. Денис Коротков вчера принял участие в карусельном голосовании. Когда он вызвал полицейских, полицейские забрали Дениса Короткова. Это где было и как развивались события? Вот первый, второй, третий. Ну, правда, маленький нюанс. Полицейских я не вызывал, но все, позвонили активисты. Да, идет день голосования, все смотрят, где что случилось. Сигналы со всех сторон идут. Пока куда-то приедешь, все заканчивается, ничего не понятно. Звонят ребята с Кировского района. Говорят, товарищи журналисты, приезжайте, у нас тут карусель. Где какая карусель? Не вопрос. Приехали, нашли, что случилось. Слушайте, говорят, такая штука. Мы, говорят, вот активисты, мы за честные выборы. И мы вписались в студенческую карусельную историю за несколько дней до этого. Нам предложили за деньги поучаствовать в голосовании, пригласили в помещение некого муниципального образования. Ну, люди называют фамилию, кто с ними общался, кто инструктировал. Говорят, делаем так, вам в паспорте поставят специальную отметочку. Ваша задача приходить на избирательный участок. На этом избирательном участке на каждом... Ваша задача обойти штук 20, да? У вас будет список этих избирательных участков... На каждом избирательном участке вы должны подходить только к определенному члену комиссии, который обслуживает определенные дома. Подходите, даете свой паспорт, он вам выдаст 4 бюллетеня. Вы распишетесь, где он покажет. В этих бюллетенях вы отметите, кого надо, опустите их в урну и идете дальше. Ну и проще, там всякий инструктаж. Я говорю, и что? Получается, да, говорит, мы уже, говорит, по несколько раз проголосовали, фиксировали все это на... технические средства. А что такое, что клеить? Да вот циферка в паспорте, там все равно там почти такой же шрифт, как в паспорте. Эти цифры вообще они незаметны. Так, угу. На левый взгляд. Давайте, ребята, ну, я вам верю как себе, но пока сам не попробую, убедиться мне сложно. А наклейка осталась на память? Наклейка осталась, паспорта с собой нету, но у нас она на... Да, можно посмотреть. Ну, вот фотография у нас да. есть, да. Угу. Вот. Ну, он свой паспорт там в эту цифру 84 отклеивает, мне вклеивает. Я говорю, что, прям приходишь? Да, говорит, да, заходишь. Вот там этот УИК был какой, 616-й на Ленинском, 133, корпус 4. Говорит, заходишь там, где бульвар Новаторов, дома 8, 10, 14, даешь паспорт, и все. Так. Я зашел, сидит девушка в синем платье, в очках, светловолосая, за этим столиком, выдает бюллетени. Ну, я тоже встал в очередь, подошел. Сел, даю паспорт. Она открывает паспорт на моем имени, открывает на прописке. А прописка у меня хорошая, петербургская прописка, Фрунзенский район. Кировский. Далековато. Ну и хорошо, она откладывает паспорт в сторону, ничего мне не говорит, а даже совсем наоборот, достает 4 бюллетеня. Раскрывает талмуд, значит, список избирателей. И распишите, говорят, здесь и здесь. Ну, смотрю, Шутов, гражданин, 85-го года рождения. Боги-боги. Сотрудник Ажура за Шутова расписывался. Так. Фамилия хорошая. Я думаю, ну что, раз сотрудник избирательной комиссии мне говорит там расписаться, я спорить буду? Я не стал спорить, я расписался. Взял эти 4 бюллетеня. Ну, а дальше, а что же делать? Варианта 2, да, значит, проголосовать, опустить их в урну. Но я же не могу голосовать, я же не знаю, что хочет гражданин Шутов. Да и не Шутов ты вовсе. Я не Шутов, это неправильно как-то. Я своей этим видением проблемы, этой неправильностью, я поделился с этой девушкой. Дамой, да. В синем платье. Да, и я говорю, вы знаете, вот какой-то нюанс, вы мне почему-то выдали бюллетени... Дали расписаться за Шутова. Во-первых, я не Шутов, во-вторых, я с другого района. Может, позовите кого-нибудь из взрослых, там, не знаю, председателя. Давайте решим, что тут вообще случилось. Так. Ну, председатель там, правда, нарисовал часа через два. Ну, секретарь избирательной комиссии. Угу. Тоже такая очень
Сурдома как-то сказал, да не вопрос, сейчас что, вы проголосовали, так, нет, давайте сейчас, давай что-то там в этой книге вычеркивать тут же эти фамилии. Куда вычеркивать, что вычеркивать? Но я предупредил, что я, как аккредитованный журналист, я, пожалуй, проведу видеосъемку этой ситуации, потому что она интересная. Ну, в этот момент там подошла член территориального избиркома с совершательным голосом. Если член избиркома, ну, женщина, подошел или подошла? Подошла. Подошла, стала тоже интересоваться этой ситуацией достаточно громко так и заинтересованно. В нормальных выражениях, да? Что нет, происходит? В нормальных выражениях, да. И чем вы недовольны? Вот. С огромным интересом за этой сценой наблюдали двое сотрудников полиции, которые обеспечивали общественный порядок. Обеспечивали общественный порядок очень сильно. Даже не могли отвлечься на эту ситуацию, потому что обеспечивали общественный порядок. Так, понятно. Кто же в результате вызвал полицию, которая не обеспечивала порядок? Я так подозреваю, что, собственно говоря, этот кто-то вызвал, да? Так. Кто-то вызвал, знаю, что не я, потому что я, в общем-то, счел свою миссию исполненной. Все-таки дело журналиста наблюдать, рассказывать скорее, да, о ситуации. Ну, полиция приехала быстро, буквально минут через 20 или через 30, но потом я несколько запутался в количестве полиции и в их полномочиях, потому что было много людей с большими звездами, но что-то в результате все ждали кого-то другого, кто, наконец, способен что-нибудь написать. Ну, дальше уже началась комедия, потому что вдруг выяснилось, что... А кто выдавал бюллетень? Ну как то? Вот здесь член избирательной комиссии, девушка светловолосая, в синем платье, в очках. Ну, какая девушка? Да вот здесь, вот, ну, в синем платье сидела вот за этим столом. Угу. Вы о ком говорите? А вот у нас есть видеозаписи этой девушки, кстати. Член избиркома. Вот секретарь, вот там видно на записи, да, секретарь с ней общается. Я спрашиваю, ну вы с ней разговаривали? Она говорит, я не знаю. То есть ее не было, девушки не было? Все, нету девушки. А и девушки действительно не стало. Не да? стало девушки вообще совсем. Нету, все, нету. Так у нас же есть видеонаблюдение. Видеонаблюдение, нет. Но видеонаблюдение, что покажет, что она была, а потом что не стало. Так, а что же дальше? А кто вот этот член избирательной комиссии? Скажите, вот как и фамилия? Какой член избирательной комиссии? Да вот здесь сидела девушка в синем платье, в очках, не орите на меня. Ага. Так, вот здесь вот девушка в синем платье сидела. Скажите, пожалуйста, это кто? Где? Сидела. Здесь сидела. Все. Значит, полиция, видимо, вошла в некое замешательство. А может, не вошла, я не знаю. Тем более, что этот журнал «Учет избирателей» или как его, книга, да? Тоже исчезла? Нет, он не исчез, он преобразился. Вдруг неожиданно? Преобразился. Гражданин Шутов есть? Есть. Незачеркнутый. И подписи нету. Черт, что за шаманство? Да, вот видеозапись, где моя подпись есть, и секретарь, значит, ее вычеркивает. А там нету. Слушайте, волшебство. Это волшебство. Да, какое-то волшебство. Но, когда появились правоохранители, Денис? Ну, они как-то, они пребывали постоянно, там количество полковников немножко менялось, пока, наконец, не нашлись капитана, которому я дал какое-то объяснение. А потом пришли какие-то другие капитаны и сказали, объясни нам еще раз. Я говорю, да вообще-то все объяснил, ну, ты плохо что-то объясняешь, мы сейчас тебя протокол составим. Не, ну не тебя, на вас, вежливо, Денис Вадимович, мы сейчас на вас составим протокол. Я говорю, спаси Господь, за что? Мы же не зря приехали, что же я такое нарушил-то? А вы, говорит, нарушили, совершили правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 кодекса, вы получили бюллетень. Может, я что не понимаю, освежил память, открываю этот кодекс административный, да, там, смотрю. Господа полицейские, давайте читать не только первый абзац, да, так сказать, давайте читать внимательно и до конца. Там же написано «получение чужого избирательного по бюллетеня с целью проголосовать за другое лицо». Я же его получил, я мог проголосовать 115 раз, собственно говоря, никто бы не заметил. Я же его отдал обратно. Где же тут цель проголосовать? Вы, дорогой товарищ, не умничайте. Мы, полиция, разберемся. Нам виднее. Я говорю, ну вас, я туда пошел. Домой не буду я с вами говорить, потому что вы глупости говорите какие-то. Они говорят, тогда мы тебя заберем к себе в полицию и доставим туда. Ну, доставили. Так.
И все, проскучал я там часик на скамеечке. Могу уже не сказал, ребят, либо меня в камеру закрывать, либо я пошел. Отпустили? Нет, ну, приехали эти господа офицеры и радостно составили на меня протокол. Этот самый, чем поступили очень странно, да, то есть он, господин Сташнан своей рукой пишет, получил бюллетень с целью проголосовать. Но вопросов несколько. Во-первых, если получил с целью проголосовать, зачем же его обратно-то отдал? А во-вторых, господа полицейские, если ваши коллеги прошляпили журнал, где я за него расписался, о чем вообще разговор? Денис, вот мы сейчас увидели совершеннейшее, так сказать, волшебство, которое произошло. У нас вот есть видеозаписи, да, и видимо... Да, и можем посмотреть на сайте, да, Фонтанки. Можем посмотреть эти записи. Я так полагаю, что записи на избирательных участках, видимо, как-то будут, так сказать, или нет? Да, есть несколько вариантов развития событий, да? Давайте поговорим об этом. Первый вариант развития событий видится мне самым предсказуемым. Значит, этот член избирательной комиссии есть, который выдавал? Нету. Ну, нету. Ну, нету. Где он? Председатель избирательной комиссии выдавал мне бюллетень? Нет. То есть, стало быть, секретарь выдавал мне? Нет. Я получал бюллетень? Да. Значит, я с их точки зрения нарушил. Почему там голосовал, не голосовал? Написано, вот первое предложение прочитали. Зачем нам второе читать? Давайте составим протокол. Протокол этот, естественно, я крайне сомневаюсь, что суд сочтет меня виновным. Ну, мне слабо представляется такая история. Ну, это прекратится в суде, и все хорошо. Справедливость восторжествовала. Товарищ Коротков, значит, избежал заслуженного или незаслуженного наказания. А про уголовный кодекс в этой истории кто-нибудь несколько раз или хотя бы раз вспомнил вслух? Нет. Ну, вот представители оппозиционных партий вспоминали. Ну, другой вариант, конечно, да, возбуждение уголовного дела, потому что, с моей точки зрения, здесь есть несомненные признаки преступления, нарушения избирательных прав граждан, да? Тем более, что если бы кто-то догадался спросить тех ребят, которые, кстати, просили их опросить, я не знаю, сделали это полиция, так как я оттуда уехал в сопровождении господина подполковника, они бы и рассказали бы, наверное, всю эту историю, да? И эта история, если это 20 участков, 15 человек, только они, да, они говорили, что там около сотни человек, да, в этом участвовало. Ну, давайте посчитаем, сколько это голосов и какой это эффект дает при нашей минимальной явке, которая вчера была. Ну, да, хорошее дело. И которое, в общем-то, не так сложно раскрутить, потому что, ну, что там это была за девочка в синем платье, да, я думаю, что можно будет нам просчитать на Фонтанке через часик-полтора. Так. Потому что, в общем-то, ну... Денис, а кто субъект будет дальше вот этой истории в качестве, не знаю, ее стартера, поджигателя? В качестве поджигателя... В хорошем смысле. Я могу сказать точно, да, я не вижу в этой роли, например, себя. Потому что, как мне кажется, может, я не прав, наше дело, да, журналистов, средств массовой информации, рассказать эту историю. Да, показать... и дать возможность кому-то, кто считает это своим делом, уже биться в судах, биться в правоохранительных органах, добиваться уголовного дела. Господа, есть кандидаты в депутаты, да, которые бились за это место, и которые и не в пользу которых эта карусель совершалась. Есть представители политических партий, есть волонтеры. Почему бы им этим не заняться? Мы готовы всегда представить наши материалы, наши показания. Ну вот это мнение Дениса Короткова. Он говорит, что несмотря на то, что он зафиксировал карусели, лично он не пойдет в правоохранительные органы и каким-то образом не будет разбираться. И здесь мы привлекаем к нашему разговору человека, который много знает про права, знает про ответственность и обязанности. Александр Шишлов у нас на связи. Здравствуйте, Соловьевич. Добрый день. Это у нас там где-то музыка продолжает звучать. Все, справились мы с музыкой, это Федор Чистяков никак не выйдет из нашего эфира. Но смотрите, историю про карусели, которую наш коллега зафиксировал, вы, конечно, знаете.
Ну, знаю по сообщениям, которые были на сайте. Подробностей, к сожалению, к нам пока не поступило. И, кстати, если мы скоординируем наши действия, я бы хотел довести до конца эту историю, потому что если это все подтвердится, это просто признак совершающихся преступлений, и, конечно, те, кто в них виновны, должны нести ответственность. Вот не чувствовать безнаказанности. Денис в прямом эфире говорит, что не хочет он этим заниматься, он как журналист скрыл, а дальше без меня. Не так. Не так. Вот, друзья, у вас прямая возможность поговорить в прямом эфире. Сделайте это, пожалуйста. Договоритесь до чего. Нет, естественно, я готов дать любые показания правоохранительным органам, которые сочтут необходимым их у меня взять. Я готов, естественно, редакция, я думаю, согласится предоставить любые имеющиеся у нас материалы общественным активистам, которые пожелают обратиться с какими-то заявлениями, исками и так далее. Вот аппарат уполномоченного в лице самого уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова говорит, что он тоже ждет. Я не могу отвечать за главного редактора, но у меня нет сомнений, что редакция предоставит все необходимые материалы. Все друг друга услышали. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, вот помимо этой вопиющей ситуации, абсолютно вопиющей ситуации, да, все понятно, поймали, но полицейские забрали нашего корреспондента. Что вы можете еще сказать о прошедших сутках? На простой вопрос, считают ли наши пользователи эти выборы честными, ответили утвердительно 14%. 61% говорят нет. Мне все равно, говорит каждый четвертый. Ваш комментарий. Я думаю, что вот как раз мне все равно, вот это самая главная проблема. Потому что, ну, называть ли эти выборы честными, пожалуй, это вопрос риторический, но я думаю, что пусть на него вот слушатели и люди ответят сами. В общем, это не задача уполномоченного по правам человека. Задача моя, как уполномоченного, это защищать права человека, в том числе избирательное право, одно из самых главных прав. Ведь от того, как у нас в стране реализуется вот это важнейшее конституционное право, от того, насколько люди участвуют в управлении государством, желают участвовать в управлении государством, насколько государство, власть слышит своих сограждан, зависит качество жизни, зависит реализация очень многих других прав. Поэтому для меня вот нынешняя кампания, как и для других уполномоченных по правам человека, и федерального, и моих коллег в регионах, это была задача очень важная. И мы не только в день голосования занимались этим, но и в ходе всей кампании. К сожалению, в ходе кампании мы замечали, что очень часто проявляется то, что называется административным ресурсом, неправомерным воздействием на реализацию избирательных прав. Ведь у нас в соответствии с законодательством органы исполнительной власти обязаны оказывать содействие кандидатам, избирательным объединениям для того, чтобы им довести свою позицию, общаться с избирателями. А у нас в Петербурге, к сожалению, раз за разом происходили такие ситуации, когда представителям кандидатов, представителям избирательных объединений просто отказывали в возможностях общаться с людьми, отказывали, например, в согласовании предвыборных пикетов, отказывали в согласовании предвыборных митингов. Александр Ильич, у нас, вот, да, вот хочется какой-то конкретики. Я хочу напомнить, когда митинг, который был адресован, кандидаты хотели провести митинг для избирателей центрального района на Марсовом поле, они получили отказ, и им было предложено отправляться в Приморский район, совершенно другую, в общем, удаленную часть города. Это было за несколько недель, если не ошибаюсь, до выборов. Вчерашний день с точки зрения соблюдения прав избирателей в Санкт-Петербурге. Как прошел? Что вы, как уполномоченный в нашем городе, можете об этом сказать? Я бы, ну, во-первых, мы, конечно, участвовали в мониторинге происходящего, и я, и мои сотрудники вместе с членами городской избирательной комиссии, кстати, мы посетили очень значительное количество избирательных участков, и в территориальных избирательных комиссиях тоже были. Один раз я сам столкнулся с прямым нарушением избирательного законодательства, которое нам вместе с членом горосбиркома, который меня сопровождал, удалось пресечь. Это было в наркологической больнице городской, где члены избирательной комиссии, ну, может быть, в силу своей недостаточной квалификации, может, в силу других каких-то причин, выдавали избирательные бюллетени тем нашим согражданам, которые не имели активного избирательного права вот именно на этом участке. Они могли голосовать, но в другом месте.
И вот здесь было прямое нарушение, мы его прекратили, пресекли. Так что вот с одним таким нарушением я лично столкнулся, и нам его удалось прекратить. Но сигналов, которые поступали, было очень много, они проверяются, и по тем... Потом по той информации, которая к нам поступала, мы сделали ряд обращений в прокуратуру с просьбой провести проверку. Сразу вопрос. Счет идет на единицы, на десятки, на сотни? Я бы хотел вот акцент сделать на очень важном обстоятельстве, на мой взгляд, на том, сколько людей участвовало в выборах, какова была, ну, гражданская активность, если хотите, людей. Ведь, вы знаете, вот странная ситуация происходила с явкой. Каждые два часа, если я не ошибаюсь, городская избирательная комиссия выдавала данные о том, сколько пришло избирателей на избирательные участки. Да. Вот по состоянию на 18 часов, когда была последняя такая сводка опубликована, она опубликовалась практически сразу, минут через 15 после вот этого времени. А вот периодически все участковые избирательные комиссии докладывали в территориальную, соответственно, в городскую, о том, сколько пришло избирателей. Так вот, 18 часов, по данным горизбиркома, было 25% примерно проголосовавших. А потом, когда закончились выборы в 20 часов, и, естественно, было бы ожидать такую сводку по состоянию на конец голосования, вот почему-то эти данные опубликованы не были, оглашены не были, и вплоть до сегодняшнего дня, вот до настоящего момента, мы до сих пор не знаем официальных результатов, сколько же в нашем городе приняло участие жителей в голосовании. Но вот по состоянию на 9 утра данные, которые были оглашены, это 32%. Что вы предприняли в этой связи, Александр Владимирович, и о чем это может говорить? О чем может говорить? О двух обстоятельствах. Во-первых, когда происходит такая задержка с опубликованием данных даже о количестве проголосовавших, не о результатах, а о количестве, неизбежно возникают сомнения в честности выборов, подозрения в возможных фальсификациях, переписывании протоколов, то есть в грубом нарушении избирательных прав. Ведь посмотрите, не только данные о явке публикуются с задержкой. До сих пор, вот до утра, может быть, сейчас уже ситуация изменилась, но вот буквально по состоянию на 2 часа назад у меня были данные, что некоторые участковые избирательные комиссии до сих пор не произвели подсчет голосов, не сдали результаты в территориальной избирательной комиссии. Конечно, это порождает сомнения в намерениях, почему это так происходит. Вот это порождает сомнения, вопросы и обоснованные подозрения. Вот. А еще одно обстоятельство, на котором я тоже хочу сделать особый акцент, это то, что уже видно, вот, хотя предварительные пока официальные данные об участии в голосовании, но в любом случае уже ясно, что почти в два раза меньше количество, относительное количество, процент избирателей в Петербурге, которые приняли участие в голосовании, почти в два раза меньше, чем было на прошлых парламентских выборах в 2011 году. И вот это... Конечно, предмет для большого сожаления. Вот я, как уполномоченный по правам человека, конечно, выражаю сожаление. Мне жаль, что большинство петербуржцев не воспользовались своим правом проголосовать, непосредственно участвовать в управлении делами государства. Но если бы воспользовались, результаты были бы не такими ошеломляющими. А что вы называете ошеломляющими результатами? Я думаю, что любые результаты надо уважать, если это результаты достоверные, если они отражают действительно волеизъявление людей. Ну, понимаете, вот многих удивляют. Элла Александровна Памфилова сказала, что для нее несколько удивительен тот результат, который есть. Если уж она сказала, это то как бы нам не удивляет. Конечно, да, конечно. Да, конечно. Знаете, у меня тоже есть свое мнение, как у человека, как у гражданина, о результатах этих выборов. Но мы с вами сейчас говорим, вот я сейчас говорю, как уполномоченный по правам человека. Хорошо, Александр Ильич. В этом качестве для меня самое главное – забота и работа моя – это защита избирательных прав. Я вот приму еще одну... ситуация, когда большинство петербуржцев не воспользовались своим правом, а с другой стороны, ход избирательной кампании и подведение ее итогов вызывает сомнения в том, что это сделано, что выборы приведены в соответствии с законом, вот эти два обстоятельства у меня вызывают обеспокоенность. В этой связи я предприму, наверное, последнюю попытку, чтобы вас долго не отвлекать.
конкретике я хочу вас какой-то подвести. Что сейчас вы, как уполномоченный, в свете всего, что вы сказали, планируете предпринять, сделать? Какие дальнейшие шаги у вас касательно прошедших парламентских выборов в Петербурге? Вот мы знаем, что Памфилова намерена, например, написать некий доклад президенту, чтобы он узнал, как она выразилась, как безобразничали в некоторых регионах. Не в правоохранительные органы, а президенту на бумагу понесет некую. Что делать будете вы в Петербурге? Ну, во-первых, по всем обращениям, которые к нам поступили, а их число десятками измеряется, мы, конечно, будем их всех доводить до конца и будем стараться, чтобы правоохранительные органы, которые должны реагировать в случае нарушения законодательства, чтобы с их стороны была реакция адекватная, чтобы случаи нарушений были расследованы и чтобы виновные понесли наказание. Вот это очень важно, потому что безнаказанность нарушителей, она порождает цепочку последствий и разрушает доверие к выборам. Десятки обращений вы сказали. Буквально вот нам чуть-чуть еще не хватает конкретики. Проранжируйте. Первая очередь, вторая очередь, третья очередь. О каких нарушениях вам сообщают? Ну, вот я вам уже сказал о нескольких нарушениях, в том числе, нескольких видов нарушений, в том числе о тех, с которыми я столкнулся лично. А если говорить об анализе, вот я о том, что Центральная избирательная комиссия готовит доклад, то, конечно, уполномоченные по праву человека, которые участвовали в мониторинге выборов, в местных прав, я будем делать свой анализ, в том числе и предложение законодательства. Александр Ильич, пропадаете. Вот чем дальше, каждая секунда все менее ясный сигнал. Постепенно так пропадает. В самом главном вопросе почему-то связь у нас нарушилась. Но вот сейчас вроде бы мы вас видим и вроде бы даже слышим. Еще раз, вы сказали о конкретных примерах, и вы сказали, что будете доводить те жалобы, которые у вас есть, до какого-то логического конца. Вы сказали, да, что их десятки, но все-таки основное на этих выборах, что не так для тех, кто обращается к вам? По результатам анализа тех нарушений, которые были, тех жалоб, которые к нам поступали, тех сообщений, которые в СМИ были, в том числе на Фонтанке, я еще раз говорю, что надеюсь, что вот по тому случаю с каруселями, который был вскрыт вашим корреспондентам, мы постараемся довести эту ситуацию до конца. Мы, конечно, будем делать аналитический доклад, будем делать выводы, в том числе и касающиеся изменений в избирательном законодательстве. Но главное, наверное, что нужно сделать, это нужно изменить отношение к избирательным правам со стороны тех, кто организует выборы, со стороны тех, кто обязан по законодательству обеспечивать условия для конкуренции, для разговора, честного, открытого разговора с избирателями, и тогда, может быть, когда-то в нашей стране вернется доверие к выборам, люди будут понимать, что от их голоса зависит их жизнь, и будут участвовать в выборах не так, как это происходило, к сожалению, в Петербурге вчера. Александр Ильич, давайте договоримся, тот доклад, о котором вы сказали, мы в том числе в этой студии презентуем, я надеюсь, вы не против. Конечно, договорились. Спасибо большое. Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Петербурге, был у нас на связи с его оценкой прошедших выборов в Санкт-Петербурге. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.